Мужская баскетбольная команда. Второе место захватили соревнования Ассоциации студенческого баскетбола города Рязани. Первым на стадион вынесли флаг вуза. На зарядку с чемпионами вышли студенты, профессионально занимающиеся спортом. Футбольные, баскетбольные, волейбольные команды. Команда по плаванию, шахматам, боксу, настольному теннису. Мужская и женская сборные по легкой атлетике, аэробике, стрельбе из лука. Более 700 спортсменов. Мы гордимся тем, что учимся в своем любимом университете. И все-таки выносить, хотя бы предоставилась нам такая возможность вынести флаг, эмблемы РЯЗ-ГМУ, флаг, государственный флаг Российской Федерации, это просто потрясающее ощущение. И когда ты несешь его в компании такой великолепной команды, как совет обучающихся РЯЗ-ГМУ, это поистине непередаваемое ощущение. Так как мы вуз здорового образа жизни, мы своим примером показываем, что зарядка – это здорово. Зарядка с чемпионом проводится в вузе ежегодно. Возможность приобщиться к здоровому образу жизни есть у всех желающих. Участие принимает и профессорско-преподавательский состав. Более 100 человек уже получили значки ГТО. Сдать норматив можно было и в этот раз. Директор у нас как посол ГТО в Рязанской области, поэтому очень активно всегда принимает участие во всех наших мероприятиях, культурно-оздоровительных. Будем надеяться, что другие вузы также будут масштабно так проводить вот такие мероприятия. Нельзя поставить какой-то ориентир. Некоторые говорят, что должно заниматься 70-80% активной физкультурой в вузе. Нам бы хотелось, чтобы, наверное, в той или иной степени занимались все, потому что все-таки врач своим примером должен показывать именно культуру здорового образа жизни. Зарядку с чемпионами провели трехкратный серебряный призер чемпионатов мира Михаил Пуляев, мастер спорта по самбо международного класса Александр Сарайкин и серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо Андрей Волков. Мы уже третий год приходим, у нас самое хорошее настроение, заряд позитива, смотрите на лица какие веселые, добрые. Проведем небольшую зарядку, в большей степени даже разминку. Потом будут там еще фитнес-инструкторы. Упражнения, которые Андрей Волков показал на зарядке, можно делать дома вместо утренней зарядки. Вывод, все работаем аккуратненько и делаем синхронно, мы за вами следим. После спортсменов на сцену вышли фитнес-тренеры. Студенты, ставшие участниками спортивной акции, за полчаса получили заряд здоровья и хорошего настроения. Денис Леева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».